Здравствуйте! В эфире программа «По существу» в студии Ольга Алексеева. Россию могут ждать огненные весна и лето, считают руководители Минприроды страны и Рослесхоза. Сотрудники Greenpeace считают, что может повториться сценарий 2010 года, когда от дыма лесных пожаров задыхались многие города. Готовы ли Чувашия к встрече огненного зверя, мы поговорим сегодня. Итак, знакомьтесь, гость нашей программы. Заместитель начальника главного управления МЧС России по Чувашии, начальник управления надзорной деятельности Петров Николай Валерьянович. Николай Валерьянович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, Чувашия готова к лесным пожарам в случае возникновения, если все-таки будет такая ситуация? Я могу констатировать, что за прошлый год нами не допущено ни одного пожара в лесах. Брать если статистику 2011-2012 года, то по одному пожару. Если берем 2010 год, то там было 145 пожаров лесных у нас на территории нашей республики. На сегодняшний день закуплено очень много техники противопожарной лесной. Более 30 единиц республика закупила в предыдущие годы. Утвержден план пожаротушения территории субъекта. Все мероприятия, которые должны пройти, были документальные, оформлены, надлежащее состояние. С сегодняшнего дня проходит по 11 апреля проходит проверка субъекта Межведомственной комиссии подготовности к пожароопасному периоду. В состав не уходят такие представители, как Росприроднадзор, Минприроды, МВД, конечно, МЧС. Какие это объекты? Вот что будете проверять? На сегодняшний день у нас утвержден перечень объектов населенных пунктов, подверженных пожарам, объекты экономики, детские лагеря, загородные базы. Если брать населенный пункт, то их 16 населенных пунктов территории республики, подверженных пожарам. Если брать такие объекты, как детский отдых, который организуют, это 5 объектов. Если берем мы садоводческие товарищи, то это одно Заволжье у нас имеется, которое подвержено пожарам. Соответственно, в отношении них будут проведены мероприятия надзорного характера на основании постановления правительства Российской Федерации, подписанного Рогозиным. Угу. Какие же самые опасные зоны возгорания лесных пожаров, если таковые имеются? Ну, если брать постановление правительства, которое внесено изменения в этом году, вступили в законную силу, то сейчас, на сегодняшний момент, подвержены считаем те, которые расположены ближе 50 метров до зданий сооружения населенного пункта двухэтажной застройки и менее, и 100 метров и ближе, если расположены там здания сооружения, имеются 2 этажа и выше. То есть, если брать по критериям оценки, то, конечно, лесная зона максимально подвержена. Это у нас Заволжье, это у нас Алатырский район, Северный, да, Северный, Октябрьский, Заволжье, Сосновка. Это у нас весь куст Шамуршинского района. Кстати, там максимальное количество населенных пунктов 7 подвержено лесным пожарам. Если по-рельски берем Алатырь, там по одному, по 2 населенных пункта, Красноярск по одному, то в Шамурши у нас 7 населенных пунктов, которые расположены прямо непосредственно в примыкающих лесах. Еще просто изменения такие, что на сегодняшний день нужно учитывать только хвойные и смешанные леса. Раньше даже градации не было. То есть даже лиственные леса мы обязаны были учитывать как подвержены пожарам. Но так как понимаем, что лиственные леса создают для того, чтобы, наоборот, разрядить обстановку, смешанный лес делают, то, соответственно, в сегодняшний год у нас количество объектов и населенных пунктов стало меньше, чем в прошлом году. Снизилось. Какая же работа там ведется, вот в этих местах, которые выявлены как опасная зона для возгорания лесных пожаров? Ну, во-первых, главы органы управления, они до начала пожарного периода обязаны сделать паспорт безопасности населенного пункта, в котором будут прописаны те нарушения, которые имеются у них, расстояние до населенного пункта, возможные источники водоснабжения, цели тушения пожара, привлекаемая сила техника, соответственно, их координаты, телефоны и уже вся работа, которая проводилась на протяжении всего года. Оно оставляется в нескольких экземплярах. Один из паспортов сдается в МЧС, территориальный орган, для того, чтобы смотреть, контролировать ход подготовки к пожаропасному периоду. Если в рамках надзорных мероприятий мы проверим данные населенные пункты и будут какие-то невыполненные мероприятия в соответствии с правилами препарального режима Российской Федерации, мы будем вынуждены, конечно, выдать предписание для устранения данными лицами, данными органами местного управления и установить какой-то срок, как обычно, срок до начала пожароопасного периода. То есть он кратчайший срок. Это может быть неделя, может две, может месяц максимум. Когда вот жителям быть более аккуратными с огнем? Ну, вообще, по традиции, май, апрель, май, июнь считается пожароопасным периодом. Но в этом году, как никогда, пожароопасный период наступит на 2 недели раньше, по прогнозу. Если в том году... То есть он уже наступил, да, получается. Мы считаем, что он уже наступает. Но мы еще должны дождаться нормативно-правового акта Кабинета министров, который утверждает начало
срока пожароопасного периода. Если по тому году мы берем по аналогии, у нас 14-15 апреля только первые загорания были сухой травы вдоль дорог, то в этом году уже вчера произошло 3 загорания. Вот считай, 2 недели разницы. А где? Что случилось, расскажите? Алатырский район, Порецкий район, вдоль дорог просто происходит загорание сухой травы, зеленая трава еще не вышла. Люди просто не смотрят, опять кидают какие-то спички, зажигалки, сигареты, и элементарное возгорание происходит. Какая же работа ведется по предупреждению вот возгорания? Потому что одна из причин – это вот неправильное обращение с огнем. Предварительно я скажу, что в прошлом году было 390 загораний сухой травы. Это, считайте, какой большой объем работы и сколько техники зря выезжает на тушение данного загорания. Хотя она может в это время ходить куда-то в селе или в городе для тушения какого-то вероятного пожара. Конечно. Или спасения каких-то людей. Работа проводится очень огромная, органы власти субъекта республики нашей. Минприроды везде максимально устанавливает баннеры, шлагбаумы, ограждает пребывание людей. Главное местное управление вводит ограничения на пребывание людей в пожароопасный период в лесах. Но, к сожалению, действительно, хочу подчеркнуть, что очень много у нас загорание происходит в тех местах, где мы не прогнозируем. То есть мы не можем на каждом перекрестке, на каждом въезде в лесные насаждения поставить постового. Да, мы можем ограничить основные въезды, основные пути. Но, к сожалению, очень много зависит от деятельности граждан. И вот по 2011-2012 годы, 2013, показали, что после 2010 года граждане тоже переживают о своих насаждениях. Конечно, кому понравилось. Вот берем статистику, 145 пожаров, и в следующий год только один. Вот эта инициатива граждан была, в том числе они и чувствовали, что максимально граждане ограничат свое пребывание в лесах. Это очень было заметно. В этом году какие-то ограничения будут вводиться на пребывание в лесах? Ну, на сегодняшний день мы пока не планируем, посмотрим обстановку, да, какая погода будет. Но, как правило, мы вводим ограничения пребывания в лесах. Это Заволжье, это Комсомольский район, это Алатырь, это Порецкое. В основном такие, где мы более горим. Да, Южный куст. И, конечно, наше Заволжье, которое за Волгой, Сосновка. Когда же вот Заволжье вот ограничения ведут? Чтобы людям тоже примерно планировать свои... В предыдущие годы, конечно, мы подстраивались под праздники, под майские праздники, чтобы вот майские праздники максимально избежать возгораний. То есть люди выезжают на отдых, конечно, период, да. Но в этом году посмотрим, тоже, наверное, так же будет примерно эти майские праздники. На 10-15 дней ограничим въезд в леса Заволжья. Николай Валерьянович, у вас есть возможность обратиться к жителям вот республики сейчас еще раз напомнить, чтобы они соблюдали технику безопасности и не играли с огнем. Уважаемые граждане, жители республики, очень просим вас бдительными быть во время пожароопасного периода, понимать, что ситуация складывается не только от деятельности Минприроды и МЧС России по Чувашской республике, но в том числе от каждого вас зависит та обстановка, которая будет на территории республики складываться по лесным пожарам. Поэтому, конечно, вы все прекрасно знаете, что во время разжигания костра в лесу нужно делать там небольшую опашку, нужно обеспечить себя перечислить с вами пожаротушение. Или выбрать место такое, где не будет сухостоя и валежника, то есть огонь не пойдет дальше. Очень просим знать, что есть телефон дежурной службы Минприроды и телефон МЧС России по Чувашской республике 112, по которому можно обратиться при малейшем возгорании, при малейшем подозрении на дым. Вызов пожарных машин, вызов пожарных подразделений осуществляется бесплатно. То есть не надо думать, что вот если там будет ложный пожар, приедут и, соответственно, к вам примут меры. Не переживайте, выезд бесплатен, еще раз повторяю. В любом случае, никогда не трудно набрать 112 телефон, сообщить о вероятном возгорании. Спасибо. Что ж, на этом наша программа подошла к концу. Николай Валерьянович, спасибо вам за беседу. Приходите к нам еще. До свидания. Спасибо. С вами я тоже прощаюсь. Берегите природу и до новых встреч в эфире.